Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на новинку конца 2018 года, британский бронеавтомобиль Husky TCV. Модель производит фирма Мэнк в 35-м масштабе. Модель упакована в небольшую коробочку, но под завязку набитую литниками. Коробка сделана в полуматовом цвете, довольно красочная. Здесь показаны предлагаемые цвета краски от АК Интерактив. Год выпуска 2018, сделано в Китае. Вскроем в коробку. Как видите, литники аж выпирают. На инструкция. И такой красочный листок-вкладыш, где показано, как наносить тактические, технические знаки, где они должны располагаться. Окраска автомобиля довольно простая, одноцветная. Автомобиль делался для пустыни, для Афганистана, что порадовало. Даже на русском языке есть краткое описание по бронеавтомобилям. Здесь производитель показывает рекомендуемый набор инструментов. Если хотите посмотреть, какие инструменты производит фирма Мэнк, ссылочка будет в описании под видео на набор, в котором присутствуют кусачки, цанговый нож и пинцет. Инструкция сделана в виде книжки. Все довольно хорошо схематично показано. Собирая множество моделей от фирмы Мэнк, ничего плохого про данную фирму сказать не могу, а только хорошее. Никогда не было проблем при сборке, при стыковке деталей. Все отлично собирается. И надеюсь, в этом наборе проблем при сборке не возникнет. Модель можно порекомендовать для сборки даже для начинающих моделистов. Набор интересный, самодостаточный и по цене не очень дорогой. Сейчас распакую литники и рассмотрим их поближе. Каждый литник был упакован в свой целлофановый пакет. В наборе 6 литников из пластика песочного цвета. Один литник прозрачный и детали корпуса. Качество литья безупречное, все очень красиво, хорошо отлито. Литники небольшого размера, но деталей на некоторых литниках немало.
литье очень качественное. Нету ни утяжин, ни облоя. Очень хороший, добротный пластик. Что очень порадовало, в наборе есть множество канистр, ящики. Кресло, выштамповка от ремней безопасности. Хорошо сделаны диски колес, канистры, надпись «Water» для воды. Среди следы толкателей выполнены на тыльной стороне деталей. Ну и точно такой же второй литник, одинаковый. И, наверное, самый крупный литник в наборе. Набор с элементами корпуса автомобиля. Противоминное днище. Элементы бронезащиты. При беглом обзоре забыл вам показать торпеду, панель, как выполнена. И также пулемет. К сожалению, ствол в пулемете придется высверливать. Кузов автомобиля сделан одной деталью, очень хорошо отлит, все ровненько. Капот и багажник также выполнен одной деталью. В наборе даны силиконовые втулки и 4 резиновых покрышки. Но сделаны довольно неплохо. Хорошо выполнен протектор. Нету никакого шва, с которым придется мучиться. Надпись, название резины. Резина мне понравилась. Хорошо выполнена. Литник с прозрачными деталями, со стеклами. Запакован в 2 пакета был. Запакован в пакет и обернут пленкой.
Не буду, друзья, его распаковывать, пока лежит в коробке. Не поцарапался об литники. Но стекло, прозрачность сделаны на высоком уровне. В маленьком пакетике декаль и небольшая платка фототравления. Декаль очень красочная, много очень технических обозначений, приборная панель, декаль очень понравилась. На этом, друзья, буду заканчивать обзор. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Если вас заинтересовала, друзья, данная модель, то приобрести вы ее можете в интернет-магазине «Я моделист». Ссылочка на данную модель будет в описании под видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья!